Так, туда тоже нельзя, видите, там знак стоит. Все, и туда, и сюда нельзя. Ё-моё. Тут шипы, ребята. Написано «Wrong way» – неправильный путь. Но что? Есть! Мы получаем Хуберта. Всем привет, ребята, с вами Никита. Сегодня мы поиграем в обновленные хищные машинки. И, наконец-то, мы уже с вами заберем этого Хуберта, его разблокируем. Что, для этого переходим в пасхальную охоту, ребята. И смотрим, на чем мы здесь остановились. Я немножко поиграл сам. Смотрите, собрал уже 8 ключей. Потому что вы говорите, что 10-й ключ мы уже там будем играть в какой-то лабиринт, да? Поэтому давайте сейчас с вами заберем 9-й ключик. Все, я здесь тоже, как вы видите, поиграл. Сейчас мы быстро 9-й ключик забираем. Мы собираем эти звездочки, проинкубируем яйцо. И я так понимаю, потом у нас наконец-то начнется мини-игра, какой-то лабиринт, где нам нужно будет найти выход. Ну, в общем, посмотрим, ребята, что сейчас. Давайте я, как всегда, быстро соберу эти звездочки и сразу перейду к этапу инкубации яйца. И посмотрим, что там нужно будет делать нам с лабиринтом. Ну что, заканчиваем, ребята, инкубацию. Так, смотрим, что же появится. 9-я деталька, 9-й ключик. И что дальше? Нажимаем на этого и кролика. Так, все, ребята, смотрите, у нас уже 9 ключей, остался последний. Ну, давайте сейчас отмотаем время. И что, начнется у нас какой-то лабиринт? Да, ребята, смотрите, наконец-то появилось достать ключ. Все, короче, мы эти детальки собирали, именно яйца собирали. И сейчас мы достаем уже ключ и достанем, откроем эти ворота и достанем Хуберта новую тачку. Ну что, жмем достать ключ, смотрим. Ребята, так, что нужно будет делать? Спокойно. Да, смотрите, найди выход. Короче, вы говорили, что надо по каким-то стрелкам, да, ориентироваться нам. Ну, поехали. Ух ты, прикольно. Окей, куда мы вообще едем? Что это за локация непонятная? Я вообще никаких здесь стрелок пока не вижу. Но пока ничего нет. Или пока мы просто так едем куда-то. Ух ты! Так это, ребята, реально лабиринт. Попробуй еще. Да, интересно. Окей. Я вообще никаких стрелок не видел. Так, ну давайте попробуем. Попробуем. А, вот там был знак, да, что туда нельзя ехать. Так, дальше. Так, туда тоже нельзя, видите, там знак стоит. Все, и туда, и сюда нельзя. А, там какие-то шипы просто были. Ё-моё. Ну, это вообще жесть. Так это сложно как-то. Ну, хорошо, давайте, мы должны найти выход. Так, вверх, наверх нельзя ехать. Я уже забыл, вы писали в комментах, куда надо повернуть. Так, давайте вот сюда. Тут никаких знаков нету. Видите, тут ничего нету. Но тут шипы. А почему никакого знака не стояло? Так, знаем все. Прямо нельзя. Прямо нельзя. Можно попробовать наверх запрыгнуть. Давайте запрыгнем наверх. Поехали. Ё-моё, не запрыгнул наверх. Там вообще закрыто было. Так, 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 сюда вниз. Так, куда нам ехать? Я не понимаю, где стрелки? Вот здесь, видите, черепок. То есть сюда нельзя ехать. Смотрим, да, видите, где черепок, все, где указатель. Значит, туда ехать нельзя. Пробуем еще раз, окей. Странно, да сложно как-то. Ух ты, как сложно. Ну, разработчики вообще в этом году пасхальную охоту сделали мега сложную. Давайте попробуем сюда наверх. Ух ты, что-то сбили мы. Туда нельзя, понял, падаем вниз. Так. Почему мы врезались? А если вообще вверх подлететь? В самый верх? Давайте посмотрим. Попробуем перелететь вообще эту локацию. Так. Сразу сейчас разгоняемся туда вверх. Вот и сюда тоже вверх. И... А, там опасность. Там было написано, что опасно. Так, что здесь написано? Ага, тут шипы, ребята. Написано wrong way, неправильный путь. Все.
Окей, значит, надо спускаться вниз, ребята. Будем пробовать вниз тогда ехать. Главное проезжать место, чтобы не было тех табличек. Так, падаем сюда. Будем потихоньку. Сюда. Я пока табличек никаких не вижу. Еще упадем. Все, неправильный путь. Неправильный путь. Ну что, там шипы уже будут, да? Да, видите, тут уже шипы. Ух ты, как сложно. Да, это вообще жесть. А что, если нажать карта? А, мы просто выйдем. Окей. Ну, ё-моё, да кажется, я уже везде покатался. Во все направления мы поездили. Так, мы поехали. А сюда можно? Я вот сюда хочу. Ребята, сюда хочу проехать. Значит, нам надо вот сюда, вот на этот. Вот сюда надо садиться. Так, поехали сюда. Смотри, неправильно. А, тут уже черепок нарисован. Значит, может, сюда надо перепрыгнуть. Ну что? Ой-ой-ой, а почему там камни? Все, мы не можем проехать туда. Ну-ка, давайте разгонимся. А что, проехали? Так, вот тут два, смотрите, варианта. Неправильный путь, неправильный путь. Опять неправильный. Обидно, ну, ребята, смотрите, почти выход уже был. Что ж ты будешь делать? Ой, как сложно. Так, да, где-то же должен быть он. Так, погнали, значит, нам надо куда? Вот сюда, значит, сюда едем. Вот тут непонятно куда. Давайте вот сюда. Так, сюда, сюда неправильно. Попробуем в следующий раз спуститься вниз. Попробуем, значит, вниз. Так, окей, погнали. То есть мы сейчас спускаемся. Ё-моё! Куда? Куда же меня понесло? А быть можно халяву пройдем. О! Вот он путь, да? Вот эта дорога, правильно. И сюда вниз, вот наконец-то появились стрелочки, ребята. Ёшкин ты. Туда нельзя, я понял. Ребята, скатываемся, вернее. Все, наконец-то появились стрелочки. Так, а сейчас? Тут, видите, была тоже развилка. Если честно, я вообще... О, нет, неправильная дорога. Давайте попробуем. Попробуем от этих шипов отъехать подальше. Так, потихоньку подкатываемся. Так, хорошо, прокатываемся, ребята. Да, видите, нам надо было все-таки наверх подняться. Да, надо было сюда наверх все-таки запрыгнуть, значит. Вот сюда. Нет, сюда нельзя. А почему туда нельзя? Так, я не понял. А куда надо было туда? Да ё-моё, как нам отсюда выехать? Да что ты будешь делать? Да сложно. Так, вот сюда. Давайте тут сейчас турбочку накрутим. Так, все, турбочку накрутили. Хорошо. Ага, смотрите, мы все-таки не туда свернули. Видите, тут черепок. То есть надо было... Ё-моё, врезались. Ух ты, что ты будешь делать? Как сложно. Я, если честно, вообще забыл, как мы туда добрались. Ну, как-то вниз, да, надо идти? Как-то вниз. Мы попали на правильную дорогу. Так, куда-то вниз надо нам. Скатываться вниз. Вот сюда. Так, не спешим. Да, вот правильная дорога. Так, правильно вниз, видите? Вот сюда вниз. А вот дальше, где правильно это? Я вот не знаю, куда. Наверное, надо было выше, ребята, может подниматься. Вот здесь правильно нарисовано. А тут дальше что? Давайте сюда. Ух ты, ребята, мы доехали. Есть. Мы добрались. Взять награду. Это ключик. Вот он, ключ. И что?
Мы открываем ворота. Ё-моё, так еще надо собрать все. Так, хорошо. Еще надо собрать все детальки. Может, не сами подойдут, куда надо. Но это я понял, это в центр сразу. А, надо по этим вырезам, типа пазла. Ребята, надо собрать типа пазла. Не подходит, не подходит. Вот сюда. Да, ну конечно, разработчики вообще молодцы. Придумали. Так, стоп, вот здесь. Ой, это вот сюда. Так, иди сюда. Вот здесь тебе надо поставить. Это вот здесь мы ставим. Этот кусочек вот сюда. Это почему-то не применился. Так, отлично, это ровненькая вообще штучка. Ну тут легко. Тут нормально мы этот пазл сложили. А, еще и прокрутить надо. Так, чтобы совпали все наши. Ух ты, так надо вообще, чтобы все совпало. Ага, я понял, синий к синим, наверное, да? Так, так, так. Не так. А вот так, ребята, есть, неужели? Ух ты. Ну что? Есть! Мы получаем Хуберта, наконец-то, ребята. Смотрите, Хуберт довольный, какой прыгает. Смотрите, мы открыли Хуберта. Вот такая у нас новая тачка сейчас появится в гараже. Давайте посмотрим. Нажимаем на Хуберта. Есть, ребята, все. Мы разблокировали новую тачку. Круто, вот такой вот Хуберт. Но смотрите, какой он кусачий. Вот такая вот тачка. Ну что, берем Хуберта. Так, тут бомбочки у нас. Все-то. Есть гаджеты. Все стоят. Хуберт готов. Пока, ребята, его мы не прокачиваем. Давайте Хубертом поиграем. Новенькая тачка. Надо ее испытать. Смотрите, какой Хуберт крутой. Ух ты, да, как было тяжело нам. Но мы это сделали. Все-таки мы это сделали. Давайте пройдем какой-нибудь уровень. Испытаем. Испытаем новую хищную тачку. Поехали. Спины нам не нужны. Вот он, ребята, смотрите, какой Хуберт. Красненький экскаватор. Ну как он мощный? Давай. Своим этим ковшом всех мочи. Прикольно. Интересно будет, конечно, его, ребята, прокачать. Ну, в принципе, нормально. Не то, что Гатор. Ой, не то, что Грейдер. Вы знаете, ребята, как Грейдера, конечно, колбасит. Хуберт, я бы сказал, что отличный по управляемости. Может, он, да, не такой поворотливый, конечно. Но зато его хоть не крутит, как последнюю тачку, предпоследнюю уже тачку, ребята, как Грейдера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нет, не упали, мы еще держимся, еще крепим. Но он слабенький, смотрите, меня уже все жизни отняли. Меня уже все жизни отняли, подчинились, отлично. Поехали дальше. Потихоньку проходим. Побронятся, может быть, пока он, да, слабенький. Нате вам бомбочки. Ну, хотя это сложный уровень с одичалами. И медленный, да, смотрите, какой медленный. Но опять же, это я его не прокачивал. Думаю, если мы его прокачаем, будет тачка помощнее. Так, одичалые, смотрите, везде на меня нападают. А, сейчас я хочу накрутить турбочку, чтобы перепрыгнуть вот эти вот иголки. Ой, тут еще жизнь взяли. Хорошо. Отлично, отлично, давай. Сможем мы дойти вообще до конца, до уровня доехать? Потихоньку давай проходить мостик. Тут опасные. Опасные взяли уровень. Давай, поднимайся. Так, хорошо, мочи их своей этой щупальцей. Ух ты, какие мощные одичалые. Ну ладно, ребята. Да, все, нас уничтожили. Я думаю, уже в следующем видосике мы начнем прокачивать новую тачку Хубер. Наконец-то мы ее открыли. С вами был Никита. До скорого. Подписывайтесь, ребята, ставьте лайки. Пока-пока.